день, дорогие друзья! Централизованная система библиотек города Курска рада приветствовать вас! В рамках нашего сегодняшнего мастер-класса мы предлагаем вам сделать своими руками 3D-аппликацию «Белый мишка». Для изготовления поделки нам потребуется картон и бумага белого цвета, вата, клей, ножницы и цветные маркеры. Из белого картона вырезаем круг произвольного размера. Учитывайте, что чем больше вы возьмете круг, тем больше получится готовая аппликация. Далее из ваты скатываем шарики. Шарики также выбираете произвольного размера. И далее плотно наклеиваем их на круг основу. Таким образом должна выглядеть склеенная заготовка. Далее из белой бумаги вырезаем круг и раскрашиваем носик будущего медведя. Приклеиваем его на нашу заготовку также при помощи клея. Далее вырезаем две полусферы, раскрашиваем. Это будут ушки медведя. И два глаза. У нас медведь голубоглазый, вы цвет глаз можете выбрать произвольно. Вот такую замечательную 3D-аппликацию можно сделать своими руками. Попробуйте, у вас обязательно получится!